бессовестную грусть, одиночество, ниже, растопить холодный лед, теплотой и откровением, о плечи твоей уснуть и всех забыть. Своих любимых, будьте всегда рядом с ними. Ну что ж, а мы продолжаем. И так как мы находимся в замечательном, прекрасном восточном ресторане, который так и называется «Сказки Востока», я хочу спеть для вас свою новую восточную песню. И она называется «Я с тобой». И поэтому вы хотите все танцевать. Итак, «Я с тобой». Посмотри на небо. Посмотри на облако. Я уже на профессиональной сцене. Боже мой, страшно подумать. Наверное, здесь даже не знаю о том, что вообще когда-то были далекие 80-е, когда-то были СССР и так далее, да? Может быть, в этой жизни чего-то хотелось бы забыть. Может быть, есть какие-то неприятные люди, которые бы хотелось вычеркнуть из своей жизни. Ну, согласитесь, такое за нашу жизнь происходит обычно. На компьютере есть кнопка «Delete» называется. Нажмешь и удаляешь все плохое. Нажми на кнопку «Delete» для вас. Новая песня с моего нового альбома «С огромной любовью». Все забываем плохое.
Татьяна, ваши аплодисменты. Очаровательным, потрясающим девочкам. Ну что ж, из вашего позволения я хочу спеть одну очень-очень красивую песню. На самом деле, никогда в жизни, наверное, я таких серьезных песен не исполняла, но всегда хотела. Это мое, наверное, внутреннее состояние. И я думаю, что многие оценят, и многим она понравится. Эта песня, конечно, любви. Можно называть мужчину соколом, можно называть его зайчиком. Но мне кажется, что сокол как-то все-таки более мужественно. Так и называется эта песня «Сокол мой». И, конечно, от лица женщины, которая поет. Обнимайте друг друга, танцуйте. Милый мой, слова простые мне скажи. Хочешь спор? Пусть пощадят тебя года.